Уже какой день мы в этой яме сидим? Ага, это у нас, значит, фаицы пришли. Но они слепые или что? Они меня даже не видят. Давай. Ну иди сюда. Давай на. Так, патроны кончились. Надо перезарядиться. Сколько же вас тут этих фрицев вонючих? Перезарядочка. На, без прицела, говнюка. Где там еще? На, не получилось. Давай, иди сюда, мой пупсик. Давай. На! Последний патрон остался. Давай, где ты? На! Черт, не попал. Перезарядочка. Так, где ты там? Где же... На! Вот он ты, пупсик мой. На, еще одного. Так, где же вы? Все? Фрицы, то есть, закончились, да? Больше нету, да? Ну, понятно. Я всех перестрелял. Хотя не, вон он еще один идет. Вон, на. Так, уже темнеет, поэтому сейчас я, наверное, буду жрать. Мои салаги посмотрят обстановку, как тут что есть. Да, а у меня на ужин баранины. Так, вот уже стемнело. Мне Васек сообщил, что он какое-то движение видел, но, скорее всего, это какой-то кролик или еще что-то. Так, опа-на. Нет, это не кролик. Погоди, вот это вот сначала надо грохнуть. Это вообще такое? На! Там фриц вон за деревом, вон он. Так, перезарядочка. Так, вот отсюда вот надо патроны взять, а то они у меня закончились уже. Так, вот берем патроны. Я уже перезарядился. И где там этот фриц? А ну-ка, вон он. Вон он. Так, давайте. На! Не попал. Так, он убегает. На! Еще раз. Давай. И давай. Есть! Все. Убил. Так, это кто вообще ходит тут? Какие-то пауки-мутанты. Так, где тут еще наши фрицы? Ага, вон он в травке, значит, сидит. Думает, я его не замечу, да? Перезарядочка. Так, что-то как-то этот паук близко подходит. Сейчас его надо будет устранить. Я вот не понимаю, почему фрицы так любят в траве прятаться? Им что там, медом намазано? Перезарядочка. Так, фриц уже вот тут, на. Вон там еще два фрица дерутся. Кстати, из-за чего они дерутся? Ладно, сейчас надо посмотреть, там ли эти фрицы или нет. Может, они уже куда-то ушли, я не знаю. Ага, вон там один. Так, вон там один фриц, давай прямо в голову ему. На! Неубиваемый, что ли? На, еще раз. Давай. На! Блин, он реально какой-то неубиваемый. Давай, на! Последний патрон остался. Черт. Вот это остался последний магазин. Ну ладно, сейчас еще возьмем один. Или несколько. Не, несколько. Так, вот уже солнце встало, рассвет прошел. Уже день. Смотрим, фрицев нету. Вроде как нету. Ну, кроме вон того вот, который там под мостом сидит. Пошлите его. Сейчас укопаем. А ну-ка, где-то там... Блин, последний патрон остался. Ладно, пошлите к нему. Так, где ты? Приветик. Пока. Оп. Все, патронов нету.
Так, ну, вроде бы больше нигде нету никаких фрицев. Эй, смотрите, что там! Быстрее! А, что это? Ну, фриц. И что? Сейчас его тоже... Погодите, это что там? Так, так, немецкий, быстрее! Все в укрытие! Достаю панцерфауст! Вот он мой родненький. Ну все, готовься, немецкий танк. Так, давай целимся и... Давай, давай, на! Так, уничтожил. Черт, патрон не долетел. Ладно, будем рисковать. Фашистскую гранату, которую я отнял у фрица, в зубы и пошли в бок. А ну-ка, лови аптечку. Так, все, бежим, пробежать. Так, ну взрыв мощный, что там? О, мы уничтожили танк, поздравляю. Просто полтанка снесло под ноль. Представляю, как там фрицы офигели внутри. Они даже ничего понять не успели. Молодцы, ребята, мы справились. Скоро прибудет подмога и заберет нас отсюда.